Пойдем посмотрим. Ну давай хотя бы посмотрим. А это его оружие, видишь, какое большое. И грозное. Ну как, ты нанырялась? Да. Вода как? Холодновато. Холодновато? Это когда заходишь, холодновато, а потом же теплое. А ну посмотри на меня. А песок есть? Да. Классно? Да. Когда песок. Макарошки, свистульки. Прожевать надо сначала, так подавишься. Теперь свининку доедаем. Почему? Уговаривать надо. Ну, здесь. Запить надо, да? Потом не разговаривать. Запить. Все, вот это котлет у меня нет. Это не котлетки, это мяско. Не хочу я мясо. Почему? Не люблю я мясо. А изюм? Изюм люблю. Я просто не хочу жить с мясом. А изюм? Нет, я хочу печь. Где твоя рюмашка? Ну все-таки нужно доесть мяско. Мне просто животик не лезет. Как-то не лезет. Вода лезет? У меня там есть только для воды место. А для изюма? А для изюма нету. А для кукурузы? А нет. Пока? Пока не привезли. Куда? Пока не привез мой тигров, мой животик. Кушай мяско. Все. Все. Что нужно сказать? Спасибо. Ой, а он уже с одной перекинул. А, ну все, не страшно, доставай. А одна и должна быть больше. В смысле, а вторая? Но одна чуть ну. меньше, другая чуть больше. Но у него дело в том, что одной совсем нет. А, совсем нет? Нет, совсем. Бери за лапки. Ага. Вот так бери. Вот так. Кира, будем жарить? Что, бутерброд? Будем жарить. Страшно он какой-то вообще. А где салочок? Боишься? Нет. Такой краб, что даже бы жарить можно. Ой. Ловить скорее. Большой, как паук. Мальчик, пойдем попрыгаем на батуте. Это робот или нет? Классная панда.